Всем привет! Прошел слушок, что берет карась. Я вот решил на озеро приехать половить, а тут уже, как всегда, сейчас покажу вам. Все места заняты, все занято. Машины, стоянки. Не знаю, надо сейчас идти искать что-нибудь. Давайте, ждите. Единственное место. Да, как-то не очень удобно вдвоем тут ловить будет. Народ везде, везде народ. Пойдем. Все заряжено. Осталось дождаться зверской поклевки здорового карася. Посмотрим. Ну, народ стоит, вроде чуть клюет. Капошится. Для хорошего клёва надо обязательно замешать прикормку. Вот это секретная вонючка. Все нормально сейчас будет. Не первый раз так делаю. И осталось с зимы мотыль. Прикормка. Что тут по сроку год? Срок годности уже все. Ну кого это волнует? Он бы все равно обосрется этот прикорм. Так и так. Слушай, а где заточка? Перо не брал? Ай, ладно, я зубаю. О. Ну вот, осталось только размочить и все. Никаких проблем. Спасибо за внимание. По понятным причинам я видеозапись пока не веду. Пока поклевок нет. Сейчас вот закормили пятно 2 на 2 метра. И надо подождать, когда на кормовое пятно станет молодой карп. Может сазан, может укушата, лещата, сазанят. Ну, в общем, любая рыба. Посмотрим, короче. Спасибо. Мужики пьют и уже про работу начали спорить. Прикольно вообще. Но у нас пока тихо. Озеро вообще шикарно сегодня. Ждем. Малька полно. Не берет трохи. Ждем. Первая поклевка была. Ну как поклевка? Подзергунчик. Ну, я вижу, все на месте. Да? На что клевала? На червя, похоже. Не, вроде он целый. Немножко поклепанный. Ну-ка. Ну, по-моему, да. Жопу отъел у него. К совершенствованию сейчас продаются кормушки с заглушкой на черном этом самом ходе. Поэтому всегда надо с заднего хода удалять всякие заглушки, пробки вот эти. Ну и ладно. Во. И теперь в нее забиваешь, она будет проходная. То есть туда-сюда ее можно. О, давай. Так, шпигуй.
четко. О! Сильно не запрессован, должна распасться там на дне. Ну, все, готово. Ну, шмаляй. Кормушка есть вторая? А что ты ждешь? Тяни, все, все, тяни. Ну, крючки пооборвутся, кормушка останется. Или нет? Походу будешь ловить на удочку. Поляну мужиков. Ну давай, доставай. Чего ты? Не жалей камыша. Хорошо идет? Крупная? Не мелкая. О, правильно, ты карася из камыша выгоняешь на чистое. Шлеп. Все. Оторвал. Такие дела. Приплыла и крякает тут. Бешеная, наверное, ночью выползет и начнет всех кусать. Безумная утка какая-то. Крякает еще. Накрякало уже он. Еще сюда плывут. Еще громче крякает. Похоже, у нас сегодня будет утятина. Надо ее чем-то ликвидировать. Решили с фидером закончить. Начать ловить на удочку. Потому что есть карась в тростнике. Смотрите сами. Тростник ходуном ходит. Камера не очень передает, но это так. Весь тростник ходит ходуном, весь карась в тростнике. Поэтому мы решили ловить на поплавок. Посмотрим, что из этого выйдет. Все? Угу. Какие-то странные поклевки. Очень подозрительные. Ну ладно. Вот такой мелкокалиберный клюет. Ну это совсем не очень. Сидел? Ну хоть не зацепился. Молчится с таким забросом. Забросов, ты сейчас камыш.
Катя, Димон. Удачи. Самый камыш надо. Удобно ровно попробовать там на площадке. Чего? Там неровно. Тебе не надо красить? Нет. Блять. Куда я там попробую? Где? Ну там, где? В смысле, а какая разница? Ну, не могу здесь забросить, хуже. Ну. Что тебе мешает? Больше подмотай. Ну давай. Смотри, вот подмотал, смотри, берешь. Такой не надо красить? Вообще красить не надо. А ты из себя что-то не берешь? Я крупный буду брать. Давайте закинем, где он крывается. Уже там нифига, да? А? Там нифига. Ну. Yeah.
напугал я немножко. Покажи, какой тебе кусок. Номер 10. Чайки, утки. Вся семья. Может, еще мне еще поискать крючок? А зачем? Ну, это должно только в одного.
Смотришь? Угу. Чуть к водорослям ближе закинул, все, сразу поклёк. Утка, которая крякала, походу, групповуху устраивает. Видишь, разница все-таки. Разница есть, крючок и поводок, да? А у тебя еще поводок? Да. У тебя нету? Нету. А, ну так что ты хочешь? Не такую грубую снасть ловить. А, здесь маленький или где я не вижу? Ну. А, вот это, просто грузика. Угу. А какая леска? 0,12. Может, прямо здесь? Ну, лишним точно не будет. Если 0,10. Тоже нормально. А сколько сантиметров? 10, 15? 15, 20. Карасики небольшие клюют, вот такие вот.
Привязать поводок к основной леске двойным узлом. Двойным узлом поводок и двойным основной леску. Просто на узел все? Да, двойной узел. Раз петельку, два петельку и всадил. Нифига себе! Хорош карасик? Ну, такой. Неплохо. Тем временем мангальчик уже зажжен. Красивый закат. Пока тишина.
где там карасин? Сейчас мы ее накормим. На руку их попалась. Вообще красота. Практически закат. Красотень-то какая.